Впереди выходные, и впервые в этом сезоне челнинцы их могут провести на общегородском катке. Один из таких около ГЦДТ, известный как Медео, откроется уже завтра, в субботу. Посетителей ждут с 10:00 до 23 часов. А в воскресенье, также в 10 утра, дебютирует в этой ипостаси Парк Победы. Катка такого формата здесь еще не было. В этом году впервые, чуть ли не между аттракционами, и лед залили, и прокат тут же организовали. А чуть позже появится особая иллюминация. Лед будет подсвечиваться изнутри. Отметим, что на оба катка можно приходить и со своими коньками, но вход платный.